Бұлшығып пен буындағы ауырсыну кей адамдарды алаңдатуы мүмкін. Бұл сыртқы факторларға деген реакция, немесе патологиялық аурулардың бастамасы болуы мүмкін. Бізге приемға ең жиі келіп қаралатын ол артроз, ревматоидный артрит, подагра, және де системная красная волчанка, васкулит деген сияқты ауру түрлері жиі кездеседі. Ең басты емдердің бірі ол физиотерапиясы жатады. Оның ішінде біз жиі қолданатынымыз электрофорез тоқпен емдеу, және магнитотерапия, ультразвук терапия, және ең жиі кездесетін ол светотерапия. Оның ішінде біз әртүрлі свет түстерін қолдану арқылы әртүрлі ауруды емдейміз. Жарық терапиясы адам ағзасына күн сәулесінің әсерін беретін санды жарық көздерінің көмегімен емдеу тәсілі. Жарықпен емдеу екі бағытты қамтиды. Біріншісі ультракүлгін және инфрақызыл сәулелердің теріге әсер етуіне, екіншісі дененің көрінетін бөлігіне әсеріне негізделген. Цептер компаниясы жарық терапиясын қамтамасыз ететін бірегей және ыңғайлы медициналық құрылғы ойлап тапты. Ол биоптрон деп аталады. На чем его построен принцип? Как мы знаем, для лечебного эффекта нам нужно несколько параметров. Ультрафиолет, инфракрасное излучение и видимый спектр света. То есть тот свет, который мы ощущаем в виде бликов. Но ультрафиолет имеет серьезные побочные действия. Он может приводить даже к онкологическим заболеваниям, как меланома. Также ультрафиолет является причиной катаракты. Биоптрон терапия медициналық құрылғысы үйде, санаторийлерде, ауруханаларда және медициналық орталықтарда қолдануға арналған. Құрылғының бас жағы 360 градусқа дейін айналады. Бұл өз кезегінде оны оңай пайдалануға мүмкіндік береді. Терапия уақытын 30 секундқа дейінгі дәлдікпен реттеуге болады. Чтобы не было побочных действий и негативного влияния на организм, наши приборы имеют вот такие световые фильтры. Световой фильтр отсекает ультрафиолет, пропускает только полезные части спектра. Еще бы хотелось сделать определенный акцент, что температура света биоптрон всего 37 градусов, а значит нет эффекта прогревания и перегрева ткани, что тоже может негативно сказываться на организме. Биоптрон аппаратын емдік мақсатта ғана емес, бет терісінің күтіміне де пайдалануға болады. Құрылғының сан түрлі пайдалану жолы бар. Бұл туралы келесі бағдарламаларда айтатын боламыз. Еще один полезный гаджет от компании Цепта присоединился к уже знакомому нам очистителю воздуха. А теперь вот биоптрон включен, да, сейчас посмотрим. Ух, вот он, дорогие друзья. А нам представит этот аппарат представитель компании Цептер Галия Еркенбайгызы. Доброе утро, Галия. Доброе утро, Бауыржан. Бахтияр. Бахтияр. Да, все нормально, что вы. Рада вас приветствовать. Угу. Спасибо большое за предоставленную возможность рассказать об этом приборе. Я являюсь консультантом медицинским по данному прибору. Более 10 лет я веду клинические исследования, и поэтому могу ответить на все интересующие вас вопросы. Да, мы сегодня до вас говорили о болезнях суставов. Как в этом случае помогает этот аппарат? Данный прибор работает во всей отрасли медицины. Более 72 заболеваний он может пролечить, но в отношении болезней суставов он может помогать снять боль, снять воспалительный процесс, а также помогает в регенерации. То есть данный прибор в болезнях суставов может занимать как профилактику, само лечение и непосредственно реабилитацию или восстановление после полученных травм. Если мы говорим в общем о болезни суставов, то он уникально справляется с задачей лечения артрозов, артритов и также реактивных состояний, то есть заболевания, которые связаны, такие как ревматизм, да, тогда, когда суставы получают определенные ограничения. Поэтому данный прибор уникален во всех своих отраслях. Галия Ханым, вот этот аппарат, он, можно его использовать вот самостоятельно? Очень хороший вопрос, потому что данный прибор зарегистрирован в 72 странах мира, и на сегодняшний день он есть зарегистрирован как медицинский прибор в Республике Казахстан, но можно его применять дома. Почему? Потому что свет, излучаемый данным прибором биоптрон, лишен ультрафиолета. Это позволяет нам свободно использовать его на любые участки тела, то есть непосредственно в близости 5 сантиметров, если это маленький прибор, в 10 сантиметров, здесь есть такой ограничитель уникальный, который
позволяет нам выставить нужную поверхность. А также использовать его на открытые глаза для восстановления сетчатки. Уникальность данного прибора заключается в том, что, несмотря на то, что он медицинский прибор, но может применяться в амбулаторных условиях, в домашних условиях. То есть в домашних условиях каждый человек, приобретая этот аппарат, может сам вот эту лечиться, да? А вы сказали, что даже глаза можно это сделать. А вот как это работает? То есть как свет может лечить человека? Ну, всем давно известно, что самая методика, первая методика лечения – это светолечение. И это далеко не первое, далеко не новшество в медицине. Светолечение издревле активно применялось такими учеными, как Аристотель, мыслительными, да, Гиппократ, потому как свет, он усиливает метаболизм. Как данный прибор света может излучать, то есть и природный свет является лечебным, и свет, излучаемый прибором Биоптрон, также является лечебным. Терапевтические свойства, то есть лечебные свойства данного прибора заключаются в том, что в головной части прибора Биоптрон, вот в этой части, находится зеркало Брюстера. Это зеркало уникально тем, что, пропуская обычный свет, излучаемый галогеновой лампочкой, он его преобразует. То есть делает его в определенной плоскости, что позволяет свету проникнуть глубоко, на 4 сантиметра и более. Он его, в этот свет, излучаемый прибором Биоптрон, в отличие от лазера, не когерентный, то есть его частоты не совпадают, тем самым он не повреждает и не разрезает поверхность. И он низкоэнергетический. Любая низкая энергия является генерирующей. То есть низкая энергия стимулирует клетки к работе и к возобновлению. А также данный свет, он полихроматичный. Что из себя представляет полихроматика? Это многоцветность. К примеру, наш свет, он белый, который вы видите через окно? Нет, он полихромный. Полихроматичный. Вы меня подгадали. Но на самом деле дисперсию света мы видим каждый раз, когда проходит дождь и пробивается солнце. Радуга. Радуга. Феномен радуги – это дисперсия света, распадение его на 7 цветов. Также в приборе Биоптрон свет излучаемый, он многоцветный. То есть он имеет возможность терапевтически воздействовать на все органы. А вы знаете, что мы с вами многоцветные? Ой, а вот этого я не знал. Да? На самом деле в каждом организме есть биоактивный центр. Есть методика чакр, и те, кто практикует йогу, они прекрасно знают, что у нас по центру находятся биоактивные центры. И что это позволяет? То есть это энергетические центры, которые собирают энергию в каждый орган. Посмотрите, например, у головы фиолетовый цвет. То есть, например, любые мигренозные боли очень хорошо снимаются фиолетовым цветом. К данному умному гаджету есть еще суперкомплектация. У нас есть такой девиз: сцептр всегда дает больше. У данного прибора есть 7 линз. У каждой линзы есть свой определенный терапевтический спектр, определенный цвет. И каждый цвет лечит свой орган. Поэтому полихромность очень благоприятно воздействует на организм человека. А самое важное, он стимулирует выработку мелатонина и таких биологически активных веществ, которые борются со стрессом. Моя работа заключается в том, что я делаю вид, что понимаю все это, все ваши термины. Но я понял, что это очень полезный гаджет. А для чего еще можно применить это устройство? Это устройство уникально в лечении ряда заболеваний, таких как любых острых заболеваний. Данный прибор активно применяется нашими коллегами, докторами в лечении таких острых заболеваний, как ОРЗ, ОРВИ. В профилактике ОРВИ равных ему нету. Также данный прибор он уникален еще и в лечении таких сложных заболеваний, как пневмония, которая постигла очень многие после ковида. Хочу отметить, что наш прибор зашел в протокол в 5 важных заболеваний на сегодняшний день. Это в профилактике ковид, в реабилитации ковид, а также для лечения инсульта и инфаркта. То есть, когда мы лечим, не дай бог, ОРВИ, пневмонию, мы, то есть, в эту область просто излучаем свет от этого прибора. Да? И он благоприятно влияет на воздействие непосредственно эритроцитов, разжижая кровь. Тем самым он является мощным прибором для профилактики инсульта и инфаркта. Ух ты, еще и инсульт. У нас есть клинические исследования, да. И на самом деле уникальность этого прибора заключается в том, что он благоприятно воздействует на все органы, включая щитовидные железы, уникальная работа для
для лечения боли любой, поясничной, после получения травм. Он уникален в реабилитации пациентов детей раннего возраста в неонатологии, то есть недоношенных детей. Борется с желтухой новорожденных. Уникально купирует все гематомы, отеки, ссадины. Поэтому данный прибор должен находиться в каждом доме. Не аппарат, а доктор. Я знаю, что светотерапия – это не новость в медицине. А сколько лет вот компания «Цептер» занимается разработками в этой сфере? Более 35 лет компания «Бионик» перешла в компанию «Биоптрон AG». То есть и данный прибор получает все новые и новые свои интерпретации или дополнительные условия. У данного прибора есть 3 Нобелевские премии. На самом деле, до того, как компания «Цептер» выкупила завод, который выпускал прототип «Биоптрона», данная компания занималась разработками света с 1987 года. 87-го? 87-го. Замечательно. Почему я спросил, Галя? Потому что я сейчас вспомнил, что в детстве я видел рекламу, и даже у знакомых я видел такой аппарат «Биоптрон». Если я не ошибаюсь, конечно. Ну, более 30 лет. Может быть, похожий аппарат, наверное. Я не знаю. Спасибо вам большое, Галя. Спасибо большое. Спасибо вам за разъяснение, спектр применения прибора «Биоптрон». Очень большой, поэтому мы обязательно к нему еще вернемся и ждем вас и наших коллег, ваших коллег в нашей студии. Спасибо большое.